следственным отделом по городу Саратов, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по результатам доследственной проверки информации о нападениях безнадзорных животных на жителей региона, размещенной в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации муниципального образования города Саратов. Федеральным законодательством предусмотрено осуществление деятельности по обращению с животными, не имеющими владельцев, в целях предотвращения причинения вреда здоровью и имуществу граждан, а также юридических лиц. Законодательством Саратовской области полномочия по организации деятельности по отлову, содержанию и стерилизации безнадзорных животных возложено на Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Саратова. В период с января текущего года в адрес указанного комитета администрации поступали жалобы жителей города Саратова о необходимости принятия мер в отношении безнадзорных собак в связи с массовыми появлениями на улицах города, агрессивным поведением и случаями нападения на граждан. В нарушении положений федерального и регионального законодательства должностные лица администрации муниципального образования города Саратов, несмотря на складывающуюся неблагоприятную обстановку с отловом и содержанием безнадзорных животных на территории города Саратова, увеличением их популяции, наличием неоднократных фактов проявления агрессивного поведения и нападения на граждан, не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных. Ненадлежащее исполнение должностными лицами администрации муниципального образования города Саратов своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе за 2020 год на территории города Саратова зарегистрировано 53 случая нападения безнадзорных собак на граждан, из которых 8 нападений на детей, повлекшие обращение граждан в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи. В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данной проблемы, причин и условий, приведших к ее возникновению, а также дачи юридической оценки действиям и бездействию должностных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя Следственного управления. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Надежда Волошина.